Так, сегодня у нас командная подкачка. Делимся на команды, будем делать три упражнения на время. То есть там правила по ходу все увидеть. Нам сейчас надо поделиться. Пацанов всего 5 человек сегодня целых. И они заставляют меня тоже участвовать. Давайте, встали, поделимся как-нибудь. На ноги будет футбол у вас. Да и трех упражнений хватит. Ну что? Ярик там в личке смотрится. Нет, мы с тобой капитан. Мы с тобой примерно одинаковые, раз мы отжимаемся в стойке. Давай, выбирай. Я Макс. Красавчик. Миша. А что, у нас еще потом по всем, да? Еще, да, выбирай, выбирай. А мы его тогда. Все, так, телефон еще один, давайте, засекаем. Отжимание в стойке же, да? Да, первый отжимание. Так, отжимание в стойке, касаемся головой пола, 1,5 минуты. Первая команда, поехали.
Второй подход того же упражнения. Также полторы минуты. Пока что счет 33-38 в нашу пользу. Первой команды 74, или нет? 74. Команда Ярика 67, а моя команда 74. По отжиманиям стойки мы выигрываем. Следующее, канатик. Следующее упражнение канаты, но сейчас мы его будем делать одну минуту. Также два подхода на команду. Первая команда, поехали. Ногами касаться нельзя, достать железки наверху. Вы команду считаете сюда? Вы один или есть? Два пошли. А я что, стоять сюда потом? Ну, давай тогда это самое. Давай тогда Андрей лезет два, я один, потом ты за меня. А я вторым тогда подходом полезу, два каната подряд. А вы по одному так и меняете. Сам обычно я в таких делах не участвую, но совсем мало народу. Сколько канатов есть? Так, наш подход, минута. Раз, два, три, поехали.
Все, косми. Давай, до конца. Все, не успел. 11. Капец. Да вы что, вы не знаете? Так, 10-11 счет. Еще один подход. Ух, тяжело. Давай, поехали. Ну все, 10. Два, Андрей. Сейчас 8. Считайте. Последнее упражнение, подъем ног на шведской стенке. Я в этом вообще никакой, потому что гибкость у меня не очень. Сейчас буду растягивать складку перед тем, как начнем делать. Начали! Это у нас 35 и плюс 13, 48. Давай. Шестнадцать, Андрей, я вас считал.
Андрей, у вас, у вас 16, не 15, я считал. Ну, 15, я тоже 15 вроде считал. Так, что? На один отрыв? О, надо пора было сейчас. Короче, перед вторым подходом мы ведем на одно очко. У нас какой счет там? 49-48. Приготовились, команда. Повисли. Поехали. Так, что считаем у нас? 19, 19, 50. 50? Да. Ничего. О, это хорошо. Есть шансы. Я 20. Раз, два, кончилась наша командная подкачка. В заключительном упражнении в подъемах ног победила команда Ярика. Мы проиграли, потому что во второй раз я сделал на два раза меньше, чем в первый раз, а Ярик сделал на два раза больше, чем в первый раз. Поэтому, но по партиям у нас счет 2-1. 2-1 в нашу пользу. Все, всем спасибо. Почему не было на ноги? Потому что сейчас пойдем играть в футбол. Поэтому... Это была победа престижа, как в футболе. Если проигрываешь, то 2-0 и не забивает гол. Все, давайте.